Киев нарушил соглашение об ассоциации с ЕС. Такова позиция Будапешта из-за украинского закона об образовании. Венгрия не намерена спускать дело на тормозах и планирует вынести образовательный вопрос на рассмотрение ближайшей сессии Совета по ассоциации с Украиной. Сегодня об этом заявил венгерский министр иностранных дел в Люксембурге накануне встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Чем нам все это грозит, выясняла Елена Абрамович. Об украинском образовательном законе Венгрия упоминает при каждом удобном случае. На прошлой неделе в Страсбурге во время сессии Совета Европы. Теперь в Люксембурге на встрече министров иностранных дел ЕС. Речь идет о законе, который предусматривает постепенное увеличение доли украинского в школах национальных меньшинств. Киев называет это шансом для детей получить доступ к украинскому высшему образованию. Венгрия, а также Молдова, Румыния и Россия – ущемлением прав человека. Они отобрали право у всех меньшинств использовать родной язык во время получения образования в возрасте от 10 лет. Это грубое нарушение прав человека, грубое нарушение прав меньшинств, и это грубое нарушение соглашения об ассоциации. Поэтому на следующей сессии Совета ассоциации с Украиной мы должны внести этот вопрос в повестку дня, чтобы решить ситуацию. Рассудить, насколько новый закон сбалансирован, должна также Венецианская комиссия. Киев направил туда документы несколько недель назад. Свои замечания международные эксперты обещают предоставить в декабре. Тогда же состоится следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, на котором Венгрия обещает вынести вопрос на обсуждение. Елена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».